время. Полезная для нас игра, многое мы после этой игры посмотрим, разберем, будем дальше добавлять. Что хорошее? Настроение, молодцы, 1-1-3, 5 голов, великолепно. Скорости хорошие, тоже плюс. Борьбу выигрывали, шайбу контролировали больше, тоже все плюс. Минус. Третий период с первой смены плохой. Опять ведем 4-1, нужно играть спокойно, уверенно. Самое главное не удаляться. 3 или 4 удаления за период, перебор. Естественно, соперник, даже этот соперник забивает высшая лига голы. Это неправильно. И опять одни играют, другие сидят. Об этом я сказал, но пока плохо вы услышали. Надеюсь, что в будущем мы все это исправим. Молодцы, что выиграли. Все равно победа есть победа. Не так все просто. Это важно. Поэтому всех с победой и хорошего выходного. В общем, провели хорошо 2 периода. Думаю, в каких-то моментах хорошо выполняли установку, новую как бы тактику для нас. Вот. Но нужно как бы все равно посмотреть видео. Посмотреть, как мы играли, ошибки, чтобы больше в головах откладывалось какие-то моменты новые. Даже как бы в том же меньшинстве, как бы для нас это как бы немного новое что-то. Вот. Иногда просто вспоминаешь как бы на долю секунды, как бы, что нужно сделать, и уже чуть игра меняется и немножко запаздываем. Но как бы это дело времени, только первая игра. Разберем ошибки, поработаем на тренировках, и будет намного лучше. Чувствовалось, кстати, что омские крылья дольше, раньше вышли именно с отпуска, и у них, как это возможно, больше просто времени было на подготовку именно в целом. Да не сказал бы, как бы, что все готовились ну, у себя в городах, но все равно как бы пропускали голы, я считаю, немного как бы, такие тактические, как бы, если доработать, и их не будет, и будем как бы, играть намного лучше. Но как бы все равно акцент был после второго перерыва как бы, на удаление, чтобы вообще не удаляться и играть с первой смены. Вот, как бы, сказать, что вообще не выполнили как бы, тренерскую установку, вышли, даже с первой смены играли не очень хорошо, как бы, провели в своей зоне игру. Вот, но нужно начинать хорошо третий период, как бы не играть там по счету, что как бы, мы там ведем и все, нужно останавливаться. Нет, нужно как бы до конца играть 60 минут. Ну и у тебя сегодня дубль. Впервые услышал, как G-Drive Arena заряжает твое имя. Как тебе такой прием? Не, очень круто, очень круто. Как бы было слышно вчера, что болельщики приходят, 5000 болельщиков на товарищеский матч, это как бы... Невероятно. Как бы очень круто. Не представляю, что будет, когда будет заполнена вся арена. Игорь, с победой. Первая игра на G-Drive арене. Какие эмоции, какие впечатления? Ну и краткое резюме. Да, классные эмоции. Много болельщиков прошло. Приятно играть при таких трибунах. Немножко обидно, что так много пропустили. Упустили победу в основное время. Но ничего страшного. Это предсезонка. Будем работать над ошибками. Что произошло в третьем периоде? И, в принципе, у нас и по игре было много удалений, и в третьем периоде тоже это сильно усложнило, по-моему. Ну, да, много удалялись, нарушали правила, где-то ногами не успевали, поэтому приходилось цеплять. Конечно, в сезоне это надо исключать, потому что все-таки большинство – это один из важнейших факторов. Большинство-меньшинство, чтобы выиграть, надо забивать и не пропускать.
у тебя сегодня гол, и плюс еще и победный булит. Тоже не было каких-то там какого-то мандража, возможно, перед своим броском? Да нет, уже наигрываем на тренировке большинство. В принципе, сделали все то же самое, что и на тренировке. Поэтому, да нет, никакого мандража не было. Вот благодаря Паше Куликову забил. Как раз перед третьим периодом общались, сказал бросить мне. Вот сюда бросил, попал, забил. Спасибо большое. Ну, я считаю, что игра была вообще сильная. Сыграли в ничью до овертайма для города. Это, мне кажется, такой прям праздник был хоккея. Все соскучились по хоккею уже, и мы сегодня настраивались на авангард, как бы, как на войну. Поэтому сегодня вот такой результат, 5-5 сыграли. Я считаю, для Юля очень хорошо сыграли нашей командой. По периодам, какие ошибки сегодня увидел в вашей игре? Сам что можешь сказать, что нужно подтягивать в ближайшее время? Сегодня, я считаю, очень много было меньшинства, то есть удалений было, и вот эта игру сломала, мы прямо пропускали голы. Но это все идет от желания, от когда чересчур желания много, поэтому борьба такая, и от этого удаления шли. Но в конце хорошо, что выровняли, сравняли.